Помню, как в памятный вечер с войной покончили мы счеты. Мы так давно не отдыхали. С России сможем послужить. Их расстреляли на рассвете, когда еще белела мгла. Там были женщины и дети. И эта девочка была. Сперва велели им раздеться, затем к обрыву встать спиной. И вдруг раздался голос детский, наивный, чистый и живой. Чулочки тоже снять не дядя, не упрекая, не броня. Смотрели прямо в душу, глядя. Трехлетние девочки глаза. Чулочки тоже. И смятением эсэсовец объят. Рука сама собой в волнении вдруг опускает автомат. И снова скован взглядом детским. И кажется, что в землю врос. Глаза, как у моей утины. Смятение смутным произнес, овеянный невольной дрожью. Нет, он убить ее не сможет. Но дал он очередь спеша. Упала девочка в чулочках. Снять не успела, не смогла. Солдат, солдат, а если б девочка твоя вот здесь бы так легла? И это маленькое сердце пробито пулею твоей. Ты человек, не просто немец. Ты страшный зверь среди людей. Шагал эсэсовец упрямо, шагал, не поднимая глаз. Впервые, может, эта дума в сознании отравленном зажглась. И снова взгляд светился детский. И снова слышался опять. И не забудется навеки. Чулочки, дядя, тоже снять. Помню, как в памятный вечер с войной покончили мы счеты. Мы так давно не отдыхали. С Россией сможем послужить.